Полные бои в отличном качестве в прямом эфире и в записи смотри в Синтанта Спорт. Ссылка в описании. Федор, очень много фанатов ММА по всему миру считают вас лучшим бойцом всех времен и народов. Сегодня вы продемонстрировали почему. Согласны ли вы с этим мнением? Добрый день, дорогие друзья! Спасибо вам большое, спасибо вам огромное за поддержку всех нас. Я сегодня особенно рад, сегодня все мои ребята победили, и вообще наши ребята, россияне, удачно выступали. Вот. Виталию только немножко не повезло. Вот. Но, слава Богу, победили, и в такой трудный период времени мы сумели вас порадовать. Thank you everyone for your support tonight. I'm especially happy for the Russian fighters. Everyone did well. Vitaly was a little bit unlucky, and I'm extremely grateful that we were able to make you happy. Every fighter from your team won tonight. What makes your club so dominant? Как раз вопрос о вашей команде. Все бойцы из вашей команды сегодня одержали победу. Какая вы считаете основная причина доминирования вашего клуба сегодня? Слава Богу, ребята идут без поражений. Вот, у нас уже два чемпиона. Надеемся, что скоро будет третий. Ну и будем готовить четвертого. Thank God that everyone managed to win tonight. We already have two champions, and we're gonna prepare another one. Many of these people came here to support you. It's been a while since you fought last in Russia. What does it mean to you? Большинство людей сегодня пришло поболеть именно за вас. Прошло достаточно много времени после вашего последнего поединка на территории России. Что это значит для вас? Знаете, я очень рад, я очень счастлив, что сегодня Беллатор проходит здесь, в Москве. Что вы, дорогие друзья, смогли окунуться в эту атмосферу. В очередной раз. Но я уже давно не выступал, и ребята мои тоже в России. Поэтому мы очень рады, мы очень счастливы выступать для вас. Для нас это большое событие. It's a huge event for us. It's been a while since I fought last in Russia, so it is a very big deal, and I'm happy that we managed to be successful. MMA is incredibly popular in Russia, largely thanks to you. You paved the way. What advice would you have to Russian young up-and-coming fighters? MMA – очень популярный спорт в России, во многом благодаря вам. Какой у вас будет совет для молодых спортсменов, которые, возможно, только думают начать профессиональную карьеру в ММА? Для молодых спортсменов хочу сказать, что их желания сходились с работоспособностью, с трудолюбием. Если вы хотите больших результатов, если хотите быть успешным в любом виде спорта, то, конечно, нужно много работать. Вот это советую молодым бойцам, которые хотят биться. The advice that I would have for young fighters is that their desire to participate in matches, their willingness to put in the work. Дамы и господа, победитель сегодняшнего боя Федор Емельяненко. Ladies and gentlemen, the winner of the main event, Федор Емельяненко. Подпишись, и тогда точно не пропустишь все самые важные бои в мире бокса и ММА. Если ММА – часть твоей жизни, и ты хочешь в прямом эфире видеть все яркие нокауты и драматичные развязки поединков, то тебе в Синтанта Спорт. Только Синтанта Спорт показывает полные турниры Bellator, церемонии взвешивания и тематические программы, а после событий проводят разборы поединков. Подпишись, ссылка в описании.